Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на наш канал «DIY идеи для творчества». Сегодня у меня такой особенный радужный день, а именно я буду печь радужный кекс. И сейчас совсем скоро вы увидите, как можно сделать такое чудо. Надеюсь, что у вас хорошее настроение, а если нет, этот супер классный кекс обязательно вам поднимет его. И как его приготовить, я сейчас же вам покажу. Для эффекта радуги мне понадобится 6 разных пищевых красителей: розовый, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый. И для сахарной глазури я буду использовать лимонный сок и сахарную пудру. И теперь, конечно же, мы начнем с готовкой. Мы начинаем со смеси для выпечки. Я возьму одну упаковку и теперь полностью высыпаю ее. И далее буду добавлять следующие ингредиенты. Итак, теперь мое тесто готово, и я распределю на 6 разных чашечек и буду окрашивать. И теперь мы будем в каждую чашечку заливать наш краситель. Итак, теперь мое окрашенное тесто готово. Розовое, оранжевое, желтое, зеленое, голубое, конечно, фиолетовое. И теперь я буду помещать их в специальную круглую формочку. Предварительно я ее хорошо смазываю маслом, чтобы тесто потом не прилипало. Во время выпекания я освобожу немножко здесь место в середине. И постепенно, слой за слоем, я буду выкладывать наше тесто в форму. И теперь наш кекс можно отправлять в духовку. Я буду выпекать его при 55 минут при 170 градусах на режиме с верхним и нижним жаром. Итак, наш пирог уже готов, и он сейчас охлаждается. Я буду готовить сахарную глазурь. Для этого я добавляю в сахарную пудру лимонный сок. И теперь, конечно, нужно же сделать его разноцветным. Я добавляю в каждую из них краситель. Итак, вот он наш готовый кекс. Сверху он, в принципе, выглядит таким красным. Здесь отломался какой-то маленький кусочек, возможно, он прилип к форме. Видны голубые и зеленые такие слои. Получился очень красивый. Сейчас я буду делать следующее. Я возьму нашу окрашенную глазурь и буду класть ее вот сюда сверху, чтобы она растекалась по кексу. Итак, теперь наш кекс полностью украшен. Правда, сахарная глазурь еще немножко влажная, но я все равно его порежу и покажу вам этот кекс полностью снаружи, конечно же, внутри. А
осторожно вытаскиваю кусочек, и здесь видно очень-очень классный радужный эффект, снаружи такой красный, потом оранжевый, желто-зеленый, очень много голубого, и в конце, конечно же, фиолетовый, очень-очень красивый, очень-очень вкусный, и я надеюсь, что вам видео мое снова понравилось, обязательно ставьте лайк, если да, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, активируйте колокольчик внизу, чтобы не пропустить наши новые выпуски. И мы увидимся тогда с вами в следующий раз на DIY Идеи для творчества. Пока-пока!